таких вот свечек, парашютов в исполнении защитников Сочи, я думаю, в этом сезоне мы будем видеть много. Опять же, нужно отметить, что нападающие у «Леопардов» очень быстрые ребята. И далеко не всегда удается исполнять прямые передачи. 1-0. Сочи выходит вперед. Прошла передача на дальнюю штангу. И удалось замкнуть прострел. Но таких моментов у ворот Тихомирова сегодня было уже 3-4. Не увидел Ураков игрока у себя за спиной. Это был Гараев. И тот в падении наносит бросок и буквально расстреливает Тихомирова. Поздравляем. Отличается номинально четвертая тройка хоккейного клуба «Сочи».